Всем привет, с вами Custom 78. В сегодняшнем проекте у нас будет вот такой Nissan Silvia Premium. Данная модель будет делаться под заказчика, потому что он попросил из нее сделать это в стиле Hi-Class. Вот типа наподобие такого вот стиля. Только здесь единственное, она только по бокам. Немного здесь спереди, а тут будет полная переработка стиля сверху, снизу до самого низа, как бы по кругу сразу вот так вот проходить. Я покажу вам где-то вот так вот. Вот что и дальше будет сниматься, спиливаться спойлер полностью, будет другой ставиться. Полностью сниматься краска, перекрашивается, цвет будет, вы увидите в процессе. А пока я начинаю только сверлить, рвать заклепки, вы обязательно подписывайтесь, ставите лайк, пишите комментарии, какие вам еще хочется увидеть данные модели в касте. Можете даже кинуть пару идей в стиле каком сделать. Вот, ну что, начинаем процесс изменения данного Silvia.